растаяла вдали. Вода в ручьях весело журчала. Но что это? Это не вода, это сладкий. Вокруг цвели шоколадные деревья и цветы из карамели. А в мармеладной тахте бегали пряники, вафельки и зефирки. Капитан и Маша оказались в сладком королевстве. Ой, шоколадные деревья мои любимые. Маша, некогда лакомиться. Будь осторожней. Если ты будешь все здесь пробовать, ты заболеешь. И что я буду тогда с тобой делать? Я бы хотела пожить в этом сладком королевстве. Тебе бы надоело, потому что сладкая жизнь приедается. Смотри, торт! Его тоже можно съесть? Нет, 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 это не торт. Это королевство сладкоежки второй. Ему уже 500 лет. И я думаю, варенье и леденцы уже испортились. Ну и что? Радости, если будет больше сладостей, и макарон, и пирожных, шоколада и конфет. Это просто наслаждение, это просто обеденье. Детей на целом свете ничего вкуснее нет. Нам клубничное варенье поднимает настроение. Вместо щи и манной каши будем есть его всегда. Шоколадные конфеты нам заменят все омлеты. Только взрослым мы об этом не расскажем никогда. В мире будет больше радости, если будет больше сладостей. Море вкусной карамели, сладкой воды облака. Будем вовсю есть и пряники, взрослые, не надо паники. Будут целые наши зубы, знаем мы наверняка. Клубничное варенье поднимает настроение. Вместо щи и манной каши будем есть его всегда. Шоколадные конфеты нам заменят все омлеты. Только взрослым мы об этом не расскажем никогда. Только взрослым мы об этом не расскажем никогда. Так вы решительно не останетесь в моем королевстве? Да, Ваше Величество, мое решение окончательное. Я отправляюсь в королевство праздников. А ваша спутница? Отправится со мной. Она могла бы погостить у меня. Какой ребенок не любит сладкого? Ей здесь нравится. Кстати, у меня есть кое-что повкуснее, чем засахаренная елка. Я нечаянно, от волнения. Маш, знаешь, почему королеву называют сладкоежкой второй? Почему? Потому что ты сладкоежка первая. Все естественно и нормально. А тебе незачем подвергать ребенка опасностям. Ваше Величество, вы поможете нам добраться до границ королевства? Охотно помогу. Моя карета вашим услугам. Она выпечена из самого лучшего пряничного теста. А она случайно не развалится по дороге? Если вы ее не съедите, ее упекал самый опытный пекарь-каретник. Ладно. Но как вы пересечете границу без пропусков? Она охраняется летучими мышами. Мы полетим днем. Днем мыши спят. А конфетный бал? Ребятки, выручайте. Только быстро. Итак, поддерживаем своих классных руководителей. Молодцы! Молодцы!
Новый год!